Привет! Вы на канале «Сделаем сами своими руками» Анастасии Кальченко. В этом видео я не буду делать никаких поделок, а посвящу его сегодня полностью тому, как сделать модуль, как разделить лист формата А4 на модули разного размера и как высчитать, сколько же все-таки листов. Это ваш часто задаваемый вопрос. Сколько листов нам нужно на поделку? Начнем с того, какие есть вообще модули, размеры модулей. Есть размеры модулей 2 часть, 4, 8, 16, 32 часть, 64 и 128. Как же делить листик на все эти части? Начнем, конечно же, сначала со второй части. Берем лист А4, формат А4. Складываем его пополам, ровно складываем уголок к уголочку. Нам понадобится еще канцелярский нож, маленький, тоненький. Не ножницы, а канцелярский нож. Так легче и проще. Режем этот листик на две части. Вот это вот у нас вторая часть от листика А4. То есть мы лист делим на две части. С этого получится два модуля с одного листа. Как делать модуль, я покажу немножко позже. Дальше мы делим лист, если нам нужен модуль. Четвертая часть от листа А4. Мы делим этот лист, соответственно, на 4 части. Еще раз складываем пополам и опять разрезаем канцелярским ножом. Вот у нас будет модуль, четвертая часть от листика А4. От листа, от формата А4. Дальше нам нужно разделить на 8 частей, если у нас написано, что поделка состоит из модулей от 8 части листика. Мы делим этот лист, естественно, на 8 частей. Будет проще, если будем брать просто по 2 листика. Не так будет толсто разрезать его. Тоже мы его складываем пополам. И, соответственно, разрезаем. Тут получилось 4 части. И тут сейчас у нас будет 4 части. То есть этот лист мы разделили на 8 частей. Этот лист мы разделили на 8 частей. Дальше 16-я часть от листа А4, то есть мы этот листик делим еще пополам. Покажу уже на всем листе, пусть будет толсто разрезать, но тем не менее. Мы опять это все складываем и делим, разрезаем. Это уже будет 16-я часть. То есть тут должно быть 16 листиков. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вот это мы лист разделили на 16 частей. Это будет 16-я часть от модуля А4. Соответственно, дальше 32-я часть от листа А4. Каждый мы этот листик делим еще напополам.
Вот у нас будет 32-я часть. Тридцать вторая часть будет от листика А4. Вот наш лист формата А4 разделен на 32 части. Дальше идет 64-я часть модуля. То есть листик, опять этот лист, мы делим эту часть еще раз напополам. Это у нас будет 64-я часть. Вот наш лист формата А4 поделен на 64 части. Дальше идет размер модуля, 128-я часть от листа А4. То есть мы эти модулишки мелкие, делим еще на пополам. Это и будет 128-я часть. Еще мельче. То есть каждый такой модуль нужно еще разделить на 4 части, еще на 2 части разделить. Вот это 128-я часть от листа А4. Вот она. Это 128-я часть. Есть умельцы, которые делят эти модули еще на 2 части. Это 256-я часть. Но такой модуль очень сложно делать, если этот модуль... Даже 64-ю часть и то сложно делать. 128-ю часть тоже сложно очень сделать модуль. А модуль из части 256-я часть, это очень сложно. Вот этот модуль, его очень сложно сделать. Он очень маленький. Я даже не представляю, как это делать. Я даже не пробовала. Итак. Дальше я покажу, как делать сам модуль всех этих размеров. Итак, как же делать модули? Начнем сначала. Вторая часть от листика А4. Модуль из этого листика, из второй части. Он получится большой, этот модуль. Складываем пополам его. Этой частью на себя, этой от себя. Еще раз пополам складываем таким вот образом. Разворачиваем. Делаем самолетик. Поворачиваем от себя. Вот эти уголочки. Складываем так, чтобы не было нахлёста на вот этот заворот, чтобы не было нахлёста никакого. С этой стороны то же самое. Теперь эти края складываем вовнутрь. И его, соответственно, складываем напополам. Вот такой получается модуль большой, вторая часть от листика А4. Вот такой вот модуль. Это у нас вторая часть. Далее четвертая часть от листика А4. Он будет немного меньше, этот модуль.
также складываем пополам. Теперь пополам таким вот образом. Самолетик. Уголочки. Не забываем, чтобы не было нахлёста. Краешки вовнутрь. И пополам. Это у нас четвертая часть модуля. Модуль, четвертая часть листа А4. Вторая, четвертая. Восьмая часть от листа А4. Тоже таким же образом делаем модуль. Чем меньше модуль, тем его проще делать. Но самый маленький сложнее всего, конечно, делать модуль. Вот восьмая часть модуля. Модуль. Листик А4 на 8 частей разделен. Восьмая часть. 2, 4, 8. 16-я часть. Шестнадцатая часть. Он еще меньше, этот модуль. 32-я часть. Шестьдесят четвертая. Шестьдесят четвертая часть. И 128-я, самая маленькая. Ну, не самая маленькая, но 256-ю часть я уже, конечно же, не буду делать. Это очень сложно, потому что уже это очень маленький модуль. Его сложно делать. Я не знаю, как с ним можно работать, как их много, можно много сделать. Это очень сложно. Он кривенький. Ну, в общем... Делают люди, делают и такие модули. Вот, это у нас 128-я часть. Самые простые модули, это и работать с ними легче, и делать их легче. Это 8-я и 16-я часть. Вот я только с ними работать начала больше всего. С второй частью, 4-я неудобно. Иногда 32-ю тоже делаю. Вот эти три части, они более удобные. Сам модуль делать и вообще поделку. Итак, теперь как узнать, как же высчитать, сколько листов нам нужно на какую-либо поделку? То есть, если нам нужно сделать вазу, которая состоит из 500 модулей, и мы знаем, вот у нас 500 модулей, допустим, нам дано, модулей, и мы знаем их размер, 16-я часть от листика А4. Как же высчитать, сколько листов нам нужно? Нужно 500 разделить на 16. То есть мы 500 делим на 16. Конечно же, без калькулятора здесь не обойтись. 500 делим на 16, то есть количество модулей 500 штук. Размер модуля 16-я часть от листа А4. Мы делим
количество модулей на 16, на размер модуля. И получаем десятичную дробь 31,25. И округляем это в большую сторону, то есть 32 листа нам нужно. Нам нужно 32 листа. Ничего сложного. Количество модулей делим на размер модуля и получаем количество листов. Это очень часто задают мне такой вопрос в комментариях. Это очень просто высчитать самим. Ну все как-то так. Вроде все показала. Как делить листик, сколько модулей вообще есть размеров. Вот они все эти размеры. 32, 64 и самая маленькая, 128. Все, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока!